Крымске в гипермаркете «Магнит» установили зеленую красавицу. На ветвях развесили открытки в форме снегирей с новогодними мечтами маленьких детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ребята пишут свои заветные желания на этих птицах, а добрые люди в преддверии Нового года исполняют их мечты. Старт краевой акции дал глава Крымского района Сергей Лесь. Руководитель муниципалитета исполнил несколько детских желаний. Не исключением стал и наш район. Поэтому, к сожалению, 220 деток на территории нашего района находятся в трудной жизненной ситуации. Мы должны с вами сделать все возможное, чтобы их было как можно меньше. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с наступающими новогодними праздниками, пожелать всем крепкого здоровья, большого, огромного счастья, тепла, домашнего уюта и всего самого-самого наилучшего. На несколько минут добрыми волшебниками стали заместители главы Крымского района, главы сельских поселений, молодые депутаты и неравнодушные жители города. В канун Нового года, независимо от возраста, каждому хочется верить в чудо. Каждый хочет, чтобы его желание исполнилось. И такие акции, как «Елка желаний», дает эту возможность. Деткам дает возможность получить подарочек и стать чуточку счастливее. А взрослым дает возможность сделать доброе дело и тоже стать от этого чуточку счастливее. Новый год – это приятный праздник, в который хочется поучаствовать каждому. Подарки приятно получать всем, в том числе и детям, которые находятся в трудных жизненных ситуациях. Ну, я считаю, то, что я, если могу помочь, то это всегда приятно. И я думаю, когда-нибудь это, может быть, и вернется. Для того, чтобы стать участником акции, вам необходимо прийти в гипермаркет «Магнит», снять с елки открытку с пожеланием ребенка, купить и передать подарок волонтерам «Края добра». Они постоянно работают возле елок желаний. Эта акция направлена на возможность сделать каждому из нас что-то доброе к Новому году, сделать подарки деткам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вот именно сейчас я упаковываю эти подарки для ребят. Все подарки будут переданы деткам, где они сейчас находятся, это либо дома, либо в больнице. Елка желаний – это возможность помочь детям, которые особенно нуждаются в поддержке и внимании. Акция пройдет с 15 по 24 декабря. Поделитесь теплом своих сердец, ведь чужих детей не бывает.